Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Gauranga. Nithai Gauranga, Nithai Gauranga. Nithai Gauranga, Nithai Gauranga. Давай пойдем, чтобы никому не было. Поэтому все, не приходи, ты должен пойти и проси у Кришны. Кришна богатый, у него 900 тысяч коров, у Нанды Махараджа. Попроси у него. И он пришел сюда. Он пришел сюда, и он встретил здесь Кришну. И попросил: Кришна, пожалуйста, дай мне что-нибудь, мне надо дочь выдать замуж. И Кришна сказал: ну я вообще простой пастух, у меня ничего нету, вообще ничего. И Брама начал плакать. Он подумал, ну вот опять не получилось ничего, и он начал плакать, уходить. И Шримати Радхарани сказал ему: ну мы не можем просто так как-то, ну обиженный уходит, надо что-то дать ему. Тогда Кришна сказал: ну подожди, подожди. Ладно, я дам тебе самое дорогое, что у меня есть. И самое дорогое, что у меня есть, это Шримати Радхарани. Я отдаю тебе ее. Кто-то хотел бы получить пожертвование Шримати Радхарани? Но Брахмана это не очень обрадовало. Он подумал: боже мой, что же теперь буду делать? Две, то у меня была одна дочка незамужняя, а теперь вторая на выданье. Если я сейчас приведу ее домой, меня жена вообще как бы, ну, проклянет. Вот. И он начал плакать еще больше.
При этом Ричимати Радхарани, она настолько серьезно это восприняла, она тоже начала плакать, и все гопи перепугались, они тоже начали представлять картину, что Ричимати Радхарани куда-то уйдет, в какую-то деревню другую. В общем, они начали тоже плакать. В общем, такая сцена тут трогательная. Да, Кришна заулыбался и сказал, ну ладно. Несите весы. И вот вы видите здесь вот эта арка. Вдруг появилась эта арка трансцендентная. Принесли весы. На одну чашу весов посадили Ричимати Радхарани, на другую Кришна сказал, ложите свои браслеты. И гопи начали снимать свои золотые браслеты, ожерелья, украшения, начали ложить на эту чашу. И когда она уравновесилась, Ричимати Радхарани, в конце концов, чаши уравновесились, то эту гору драгоценностей гопи, самое драгоценное, отдали этому браману, великому его счастью. И браман взял этот мешок и, пританцовывая, побежал к себе в деревню. А все были очень счастливы, что Ричимати Радхарани осталась здесь. То есть таким образом во Вриндаване все время чередуются. Есть все время вот эти вот чувства, то вдруг возникает чувство такой близости, радости, вдруг тут возникает, все начинает рушиться, и как бы грозит огромная разлука. И гопи все начинают плакать, потом опять все меняется. И вот эта встреча, разлука, это два берега, между которыми течет према. И здесь вот эти эмоции, они все время пересекаются. Вот сейчас мы с вами пойдем дальше. Вот следующий холм, это вот этот Джайпурский дворец. Следующее место. Но мы не будем туда заходить, потому что у нас осталось мало времени. Мы просто с стороны окажем почтение. Этот дворец построил Джайпурский князь Ричимати Радхарани. Он хотел, чтобы божество из основного храма, где на самом деле был дворец царя Вришабану, перенесли сюда, потому что тот храм был в то время в таком запустении, он уже разрушался. И он построил для Ричимати Радхарани настоящий дворец, настоящий храм. Но в ночь, перед тем, как божества должны были перейти, на следующее утро божества должны были перенести сюда, уже готовилась процедура вся, праздник большой. Ричимати Радхарани явилась к Лама Пуджари и сказала, я никуда не пойду, это мой вечный дом, я здесь хочу остаться. И Бриджабаси, утром Пуджари проснулся, рассказал Бриджабаси, и все Бриджабаси единодушно отказались от этого дворца. Вот, и решили построить новый дворец, и собрали пожертвования, и там был построен вот этот восстановлен храм, как бы, и, в общем, построен дворец царя Вришабану. Мы сейчас пойдем туда, это главный храм, как раз дворец царя Вришабану. А здесь находятся божества, потом установили Шишарада Кушал Бихари. Я не помню, что такое Кушал. Кушал, по-моему, милостивый, что ли, Кришна, что-то такое, не помню, что точно перевод. Ну, в общем, просто снаружи окажем почтение и пойдем дальше через сад Ричимати Радхарани в этот ее дворец. Там мы получим даршан, и через тот же вход, через который входили, надо будет выйти, буквально минут 10 там побудем. И обратно выходим вокруг храма по часовой стрелке и будем спускаться вниз к автобусам. Пожалуйста, не задерживайтесь, не теряйтесь. Идем все вместе сейчас туда.